Сталина на вас нет. Знаете, так часто говорят. Вы знали этого человека? Вы только по истории знаете. А историю, если в наше время перенести, что получится? А давайте представим. Сталин ожил. Политики не дураки, они отступили в сторону. Иосиф Виссарионович стал на свое место. Президент России. Иосиф Сталин. Пропустим негативные моменты, хотя давайте казним. Он первым делом спросит, какая сегодня страна самая могущественная в мире? Люди какой страны довольны жизнью? Не понял, какая такая Америка? Это что такое за Америка? США? Китай номер один по производству чего? Всего? Вы что, совсем? Мы это исправим. А что сейчас, земли в СССР не хватает? Не понял. Как развалили страну, которую я строил? Кто? Свои развалили? Да вы что, люди, как свои стали врагами? Вы что, и земли русской меньше стало? Сколько и было? Так земля есть, люди есть. Почему люди не работают на селе? На селе никого не осталось? Все в город едут? Что, пробки? Что такое пробки? Что-то такое. Только в городе работа есть, туда все и едут. Как килька забивается в банку. А село? У нас земли хоть немцам дай, чтобы они не голодали. То есть мы к ним ездим унитазы мыть. Вы что, подонки, натворили? Какие унитазы немцам мыть? Кто после меня правил? Кто сейчас? В Сибирь. Какой такой закон не позволит? Закон им позволял разрушать, голодать без работы. Я теперь закон. Казнить все ветки, от головы до костей. Кто хоть как-то причастен к разрухе и обнищанию нашей родины, казнить. Созывайте совет всех ранее входивших стран в Советский Союз. Не дадут? Кто-то мне там что не даст? А ну посмотри сюда. У каждой страны президент. И что-то за президенты? Люди без работы, кушать нечего. Это разве президенты? В Сибирь всех заслать. Там будут теперь президентами. Дают 3 года. 2. 2 года, чтобы Советский Союз стал номером 1 в мире. По производству текстиля. Производству молока. Как разрушили коровники. Да вы что, идиотов совсем их? Что вы сделали? А что вы пьете вообще? Где молоко берете? Откуда? С деревьев молоко? У вас солнце сильнее стало греть. Шапки носить надо, ребята, чтобы в голову не напекло. Из дерева молоко не пьют, идиоты. А кто это все придумал? Я так и понял. В Сибири им вместо воды только это молоко с деревьев и давайте. Умрут быстро. А люди в стране разве не умирают по их вине? Сельское хозяйство восстановить. Из городов половину расселить по селу. Дать работу. Бесплатно. Построить дом каждому. 2 комнаты в доме, не больше. Хватит. Хватит, я сказал. Больше дом построить только тогда, когда 4 детей родят. Кто сопротивляется? В Сибирь. Дерево сажать. Рядом с теми, кто вырубил лес и продал за границу. Китай, да? Границы закрыть. Страны посмотреть. Вы хотите страны посмотреть? Смотрите родину свою. Наш край, нашу природу. Кто против? Сибирь. Расстрел. Границу закрыть. Отныне я не покупаю там ничего. Ни молоко ваше деревянное, ни помидоры, ни огурцы. Как вы выращиваете в России это все? Вы же говорите, вам кушать нечего. Стоп, серьезно? Вы выращиваете помидоры, огурцы на своей земле и продаете за границу? А что же вы тогда едите? В Китае и Турции покупаете помидоры? Вы что, кретины? Кто-то все придумал. Эти процессоры ваши, кстати, эти идиотские, вас идиотами и сделали. Дома теперь никто работать не будет, ни ваши тик-хрёкеры, тик-блохеры. Интернет выключить у всех. Что ты сказал? Исправить меня? Интернет. Этого казнить, уроды. Теперь это называется интернет. Кто еще против? Я так и думал. Если вы еще не поняли, я вернулся. Учителя и врачи, какая зарплата у вас? Зарплата, извините, у вас как? 26, 27, 28. 26, 28 тысяч. То есть вы получаете ниже среднего педагогического заработка по стране. Но в этом году, это в прошлом году было среднее 32,5, а в этом году 36 с чем-то там должна быть по итогам года. Ну, среднее тоже. Ну, такого статистика. Ну, там, правда, 70, может быть, и 100 где-то, понимаете? Да. Стоп, да ты что за херня? Вы серьезно? У депутатов какая сегодня зарплата? Поменять местами. Всех детей депутатов вернуть из-за границы на родину, в село, в коровники. Кто против? Расстрелять. Всех детей учителей, врачей, комбайнеров отправлять 3 раза в году в бесплатные пансионаты. Выдавать премию самым сильным детям, самым умным детям. Вы, суки, пансионаты развивают. Вы что, идиоты? Все пансионаты отстроить. Я выделю из казны сумасшедшую сумму денег, чтобы пансионаты... В смысле?
У вас в казне столько денег, и люди голодают? А куда же вы деньги? А, делите. Хорошо. В Сибири землю делить будете. Работать всем по 6 часов в сутки. Нас 300 миллионов будет, как объединимся снова. Кто работать не хочет? Сибирь. Налоговую перестроить. Спросить у каждого, где он взял каждую копейку. Если украл, не заплатил налог — в казну. Наказать. Отобрать все. Все в казну, чтобы казна была больше. А потом разделим поровну между обычными людьми. Пускай трудятся по новой, вот эти, кто воровал. Стройки у нас много. Снести все аварийные дома. Построить новые. Бесплатно. Раздать дома в 3 комнаты, кто честно работал и платил налоги. Через 2 года мы будем номером 1 для себя, для всего мира. Построить заводы по производству вот этих ваших коробочек блестящих. Телефоны. Какой Китай? Да забудьте вы про свой Китай. Теперь Китай будет ездить работать в Советский Союз. Будут клеить у нас теперь на производственных мощностях телефоны. Продавать за границу будем их и зарабатывать деньги. Они помидоры, идиоты. Нашему советскому человеку эта коробочка не нужна. Запрещаю. Кто будет пользоваться? У того милиция. Что вы сказали? Какая полиция? Какая разница? Мы поменяли 2 буквы. Сколько вы денег потратили, чтобы 2 буковки изменить? Вы... Я понимаю, как вы разрушили страну. Почему своих врагами зовете? У кого милиция увидит телефон — в тюрьму. У кого второй раз повторно увидит — в Сибирь. В третий раз — расстрелять. Страна – это не кусок земли. Это родина каждого. Каждый должен отдать себя родине. Тогда родина сделает все возможное, чтобы у тебя жизнь была такая, как я скажу. Мы изменим нашу великую. Мы изменим каждого советского человека. Вы готовы поменяться, отказаться от всего, что вам было дорого? Я помогу, если не готовы. Взамен я вам дам ту медицину, за которую будут ехать немцы к нам лечиться. А дам образование, то, которое достойны будут получать лишь наши граждане Советского Союза. Другим нельзя. Конкуренция самых умных людей на планете мне не нужна. Я знаю, начнутся протесты, митинги. Вас слишком мягко встречали на улице. Теперь каждого, кто выйдет на улицу на протест, расстрелять сразу. Необходимо показать пример всем, кто теперь здесь главный. У меня каждый будет работать, учиться. Кстати, а где Ленин? Поднять. Через час, чтобы стоял у меня в кабинете. У нас впереди много работы. Мы часто слышим: Сталина на вас нет. Многие хотят его возвращения, но мы не понимаем. Он придет, принесет не только возрождение нации, восстание Родины из пепла, рабочие места, справедливость в суде, в полиции, в верхушках власти. Вы будете есть натуральные продукты, не молочко из деревьев высасывать, а пить из-под коров. Носить качественную одежду, лечиться в больницах у лучших врачей бесплатно. На пенсию выйдем в 50 лет. Пенсии хватит, чтобы объездить всю страну. Продолжительность жизни увеличится. Но вы готовы отдать все, что у вас сейчас есть? Все, все, все. Мобильный телефон, интернет, поездки. За границу, конечно же, отменить все. Поездки на личном автомобиле. Машину не отберут, но она будет стоять примерно как тумбочка. В месяц на этой машине можно будет ездить примерно по 100 километров. 100 километров в месяц. И все. Чтобы ушли пробки. Восстановят троллейбусы, метро построят под всей страной. Автомобили, в принципе, станут не нужны. Все будет совершенно по-другому. Нельзя будет подстригаться так, как ты захочешь. Прическу будешь носить ту, которую тебе скажут. Чтобы каждый советский гражданин был культурным, примерным. Без металла в носу. И не дай бог где-то еще. Без телефона, планшетов, компьютеров. Но здоровым, накормленным. Каждый с крышей над головой. Тогда станет вопрос, главный вопрос: люди будут уезжать из такого второго Советского Союза, или наоборот, американцы будут мечтать выиграть в розыгрыше зеленую карточку? Немец будет надеяться, что его пропустят через границу в великую державу? Нет, не жить, на экскурсию в Сибирь, где бывшая элита садит деревья под строгим наблюдением уважаемых граждан Советского Союза. Я вам такую страну оставил, а вы только расстрелять помните. Иосиф Сталин.